Грандиозным событием для всего города стал чин освящения нового великолепного купола на храм, который называют визитной карточкой уральского города Косли. Этого дня ожидали, к нему тщательно готовились, и вот он настал. Митрополит Челябинский Миасский Никодим осветил новый купол и крест храма Вознесения Господня. Величественный храм был возведен в 1852 году по проекту архитектора Эрнста Христиана фон Сарториуса. Сегодня этот замечательный образец русско-византийского стиля является визитной карточкой Кослей. Несколько месяцев назад обнаружилось, что центральный купол необходимо заменить. Всему свое время, каждой вещи, каждому живущему из нас. Ну вот пришло и время нашего основного большого купола, который действительно необходима была либо реконструкция капитальная, либо вот с Божьей помощью, с помощью прихожан, благотворителей, благодетелей, мы столь великое и большое дело сегодня совершаем. Диаметр нового купола 13 метров, высота 10 метров. Средства на установку купола каслинцы собирали всем миром. Грандиозное событие для всего города. Спасибо батюшке, что он обратился к городу, по телевизору. И все, кто знал, кто не знал, приносили пожертвования на храм, на купол. Вот. Просто переживаешь, как это все это пройдет. Вот, чтобы не было ветра, дождя, чтобы установили этот купол. Торжественный молебен посетили сенатор Олег Цепкин, представляющий Челябинскую область в Совете Федерации, и глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев. Владыка Никодим окропил святой водой новый крест и купол, а затем обратился к собравшимся с архипастырским словом. Сегодня мы освятили крест Господень и купол, которые будут стоять на этом храме. Некогда, более 100 лет тому назад, уже был установлен купол и крест. Изветшали они. Но вновь мы совершаем подвиг своих праотцев, дабы нам быть достойными их славы и их чести, чтобы мы могли сказать, что мы такие же наследники Царствия Божия, как и они. После службы митрополит Никодим осмотрел старинный храм Вознесения Господня и благословил многочисленных прихожан, собравшихся на молебен.